Генеральная прокуратура за год расследовала более 1000 коррупционных дел. Об этом заявил Юрий Луценко, отчитываясь о своей деятельности на посту главы ГПУ перед парламентом. Ведомству удалось вернуть в бюджет более 2 миллиардов долларов. Ежедневно в государственную собственность возвращалось по 200 гектаров незаконно приобретенных земель. Более 13 миллионов долларов пополнили госказну в результате расследования дел экс-чиновников времен правления Януковича. 32 из них уже на скамье подсудимых. Главной своей заслугой Юрий Луценко считает открытие дела против беглого президента. Против Януковича и его наиближшего оточения. Против Януковича и его окружения есть десятки дел о фактах коррупции. Более того, в ключевых делах мы уже закончили досудебные следствия против Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клименко, Ставицкого, Курченко и других деятелей. И теперь дело за Печерским судом.